Доброе утро всем. Получил комментарий на мой выпуск «Искандерам уже не смешно». Дескать, Искандеры очень успешно бомбят, хотя как они могут бомбить, для меня это загадка. Бомбят обычно авиабомбами, вакуумными и кассетными, которые применяет оккупант в нашей стране. Ракетами обстреливают, ну, не суть. Дескать, Искандеры и Калибры очень успешно бомбят Западную Украину. Ну, могу сказать, что да, действительно, это правда. Обстрелы Западной Украины Искандерами и Калибрами действительно происходят. Но я бы не особо радовался на месте оккупантов. Почему? По одной простой причине. Значит, это происходит потому, что у нас на сегодняшний день просто физически не хватает средств ПВО. ПВО у нас хорошее, работает у нас хорошо, его физически просто мало. Но я бы не радовался на месте оккупантов по двум причинам. Значит, причина номер один. Первое. Средства ПВО к нам уже едут. Это раз. Вторая причина заключается в следующем. Оккупанты, многие из представителей диванных войск оккупанта считают, что, мол, у них калибров и искандеров как семечек в кармане. На самом деле количество данных ракет очень ограничено. И большую часть калибров и искандеров и прочего дерьма, которая залетает в нашу цветущую страну, уже использована. А вот новых ракет, ребята, вы уже не сделаете. Потому что вся электроника, которая там была, головки наведения и прочее, производили не в вашей оккупантской стране, а в развитых нормальных странах, где люди могут что-то создавать, и электронику в том числе, в отличие от страны оккупанта. Поэтому я думаю, что гастроли этого шапито продолжатся недолго.